Всем привет, с вами Миха, мы на канале Похудеть Бесплатно. Сегодня с нами Саня. Пятница, я шагаю в спортгородок по инерции, по привычке, в любую погоду. Вот дождик у нас немного поморосил, все мокрое. Саня вчера спрашивает, что делаешь, я говорю, я как всегда на море. Он говорит, мне тоже надо на море. Вот мы уже встретились. Сегодня идем другой дорогой, ну, чтобы в обход не идти. Просто я пошел ему навстречу. Мы раньше встретились. А потом я туда пойду, он начнет снимать на море. А потом мы вместе встретимся. У меня лаваши с вишней и кофе в рюкзаке. Он сказал, что у него сникерс. Вы знаете, я сникерс люблю. Он меня подкупил сникерсом. Купил. Да, я сникерс люблю. Это моя любимая шоколадка. Не знаю, почему-то я к ней привык. Вот, ну, вкусная для меня. Так, смотрите. Есть вопрос. Кстати, тебя тоже это касается когда-то. Я раньше выпускал видео в 9 утра. Для того, чтобы вы не на ночь смотрели мою еду и потом слюнки глотали, хотя рано выпускал. А потом я посмотрел статистику Ютуба. И Ютуб мне показал, что у меня больше всего зрителей просматривают где-то вот 16 часов. 17, получается, это конец рабочего дня, уже, видать, 16. Начальники расходятся, и все включают компьютер. Ну, так показал YouTube, вот в течение недели, вот примерно в это время. Поэтому я стал выкладывать видео в 15 часов, пока оно там запустится, пока начнет идти. И вообще считается, что если вдруг в один момент заходит сразу больше народу смотреть на видео, это видео интересно, это нужно. На самом деле, с моим количеством смотрящих, как обычно, очень мало, то не сильно статистика изменилась. Ну вот девушка одна написала, что ей было удобно, когда видео утром, а не вечером. Поэтому я хочу у всех своих подписчиков спросить, мне по барабану когда, вот честно говоря, если вы скажете, что вам удобнее, ну туда надо, если вы скажете, идем на это, на пешеходную, велосипедист, на, если вы скажете, что вам удобнее утром, тогда я буду утром выкладывать. Если вам вот все равно, там в 3 часа вы потом вечером чаще смотрите мои видео, тогда я буду выкладывать вечером. Потому что, ну, так правильно по статистике YouTube. Поэтому, пожалуйста, вот каждый смотрящий сейчас это видео, возьмите, напишите утром, в обед, вечером. Да, мне, я сделаю так. Чем больше голосов, тем лучше мне будет видно, какое время стоит выкладывать. Саня вот сказал, у него вечером, у него тоже есть статистика, у него вечером люди его видео 16-19 смотрят. 19 часов, 21 максимум. Да, вот такие вот пироги, поэтому напишите. Я продолжаю не пить. Уже сколько? Сегодня подтверждаю. Какое число? 18. 18 уже число, 18 дней я не пью, отлично себя чувствую. Скала. Железо, да. И Саня, вчера договоримся, я говорю, тебе взять коньяка какого-нибудь. У меня коньяк прям дома, девочки, стоит. Ужас. Много. Ну, не поверите, у меня 4 литра разных напитков стоит. И ни капли, даже язычком не лезу. Я говорю, тебе взять? А он, видите, тоже говорит, нет, вот видите, какие у меня друзья, вот ищите настоящих друзей. Другие, вот знаете, те друзья, которые бы сказали, да давай, Миха, чуть-чуть, да там ничего не будет. Это не друг, это понимаете, это провокатор. А так Саня, да, сказал, не будешь, отлично, все, он понимает, что я не буду. И не пытается меня, вот давай, рюмочку, да, ну, знаешь, от одной рюмочки ничего не будет. На самом деле, да, именно с этого начинается. Вот эти одна рюмочка, один стаканчик. Нет, если вы вот сказали себе не пью, значит вы не пью. Если вы сказали себе не курю, значит вы не курю. Если вы сказали себе не жру, значит вы не жру. А вы что делаете?
я себе сказала, я пьем, начал, да, я начинаю худеть, и, а сама и не собиралась. Вот вам море будет сегодня, море красивое. Я вон волны такие. Ага. Я посмотрю, как поснимаю немножко. Смотрю я вот и в шоке. Вот вчера на моем втором канале был прямой эфир. Я нашел французскую диету. Супер диета, 13 килограмм за 10 дней. Вообще волшебно. Посмотрите на моем втором канале, переходите по ссылке внизу. Внизу вот в описании написано «Канал похудеть навсегда». Это мой второй канал. Кто не подписан, переходите сюда. И там посмотрите, у меня в прямых эфирах последнее видео было про шикарную французскую диету. На самом деле бред бредом, как я оказалось, вот знаете, вот лишь бы что-то вот заснять. А потом я еще видел одну жесть. Два ужина, на которых вы похудеете до 25 килограмм. И сидит чудак весь в наколках и рассказывает, что вот эти два супчика, он каких-то два супчика, главное опять, все туда использовал, вот все, что вот тут он услышал, он добавил туда куркуму, корицу в суп, понимаете? Вот понимаете, какой-то два овощных супа без ничего. И главное, мы картошку не ложим, она крахмалиста. Он рис ложит, а рис не крахмалистый, понимаете? Ну человек не понимает вообще ничего. Вот это вот эти два супа, вы говорите, вот попробуйте, посидите на этих супчиках, а супчики пустые. Я вот представляю, как человек посидел на этих супчиках и реально походил. О, какой, смотри, новый спортгородок. Давай пойдем. Как позаниматься? Ну, идем посмотрим. Я этот не видел спортгородок. Прям такой красивый. Короче, девочки, прежде чем какие-то эксперименты с организмом проводить, думать. Я вам говорил, чем это заканчивается. Ну, блин, он мне не подойдет. А у меня там другие тренажеры, которые мне надо. Ну вообще прикольно. И такое покрытие, видишь, мягенькое сделали. Видите, у нас как в Одессе. Выходишь к морю и занимайся себе. Вот, вот настоящие, понимаете, спортивные физкультурные занятия. Они вот те в спортзале с кондиционером и еще с 30 людьми рядом с тобой. А тут на свежем воздухе красота. Нет, идем дальше. Мне это не подходит. А ну поднимешься на эту штангу. Что это, сколько тут? 3 блина. Ну смотрим, давай. Сколько килограмм примерно? А смотри прикол, ты берешь и потом накладываешь. Да. Два снаряда, наверное, блин, по 10 килограмм. А ну приподними вот этот блин и определи, сколько килограмм. Ты что такое специалист? Ну так примерно. 5? А может, да. Не 10, да? 10 бы ты так напрягся бы. О, можно, если вы устали заниматься, вы подходите и рубитесь в шахматы. Блин, ну молодцы, классно, да? Принес с собой. А на шашки, по-моему, вообще можно это пробки от бутылки, блин, найти. Интерактивный спортивный моданчик. Сканую QR-код. Я 3 моего персонального тренера. В своем смартфоне. А, ну они расскажут, какие подходы. Ну, да. У нас там тоже на нашей площадке есть. Вот так вот. Вот мы шли и случайно нашли спортгородок. Ой, воздух классный. Девочки, больше гуляйте. Вот самое лучшее в похудении – это больше гулять. Особенно вечернюю прогулку выполняйте. Потому что днем это я могу себе позволить, потому что я лентяй, безработник. Хотя утром все равно вы идете на работу, уже первую можете прогулочку взять. И вечером после ужина тоже вторую. С работы, когда идете, можно прошагать нормально. Так что не ленитесь, пожалуйста, я вас прошу.
Что-то сегодня вот спортсменов нету. Обычно вот тут и на велосипедах, и на самокатах, и бегут. Видать, дождик их распугал. Мы вроде не поздно. Сейчас получается 8 часов. Смотрите, сейчас мы... Я в спортгородок. Саня пойдет уже начнет снимать море. Потом мы встретимся, перекусим. Часов к 9. Еще там поснимаем, походим. И потом уже домой пойдем. Вот так вот мы проводим время, если утречка. Не в походе, да, утречка. Не, ну классно. Вот погода. Вот знаете, я выходил, чуть-чуть моросило. Сейчас уже все устаканилось. Ветра практически нет. Вот вы видите, я вас держу, не свистит в камеру. Это замечательно. И воздух. Вангую солнце после обеда. О, Саня опять нагадывает солнце нам после обеда. Ну, после обеда уже будет поздно. У меня... я должен был 12 дома, потому что у меня часу Макс придет в гости. И главное, бывшая так удивилась еще, говорит, мне в среду, не, во вторник они были, а потом она мне в среду говорит, Макс тебе в пятницу просится. Я говорю, да, конечно, пусть это. Она говорит, не знаю, что-то просится к тебе в пятницу. Я знаю, что. Потому что он устал сидеть с этими, с бабушкой, девочки. Бабушка, которая выносит мозг, блин, то не делай, выключи компьютер, не трожь телефон. Или папа, который, я ему сегодня шаурму сделаю, я уже сделал салатик крабовый, желе сделал, и папа как всегда. Папа, знаете, лучше, чем бабушка. Да-да. А что, ну чем бабушка может быть лучше? Вот бабушка не может быть лучше. Вот если бабушка с Максимом гуляет, знаешь, как это выглядит? Не лезь туда, сейчас упадешь, не ходи туда. А с папой, а давай это, давай туда, а давай туда. Это, ну, блин, две большие разницы. Я всегда считал, что с папой веселее, блин. Я вот когда, помню, маленький был, и была возможность, мы жили в Германии 5 лет, и мы в закрытом городке военном бы. Но иногда нас выпускали там в Берлин погулять, там в магазины, покупки. Так я всегда ходил с папой, потому что с мамой ходить, это капец. Иди сюда, там помолчи, тише, не открывай рот. Все, и мы ходим по магазинам, выбираем какие-то шубы, сервизы. А с папой мы ходили, блин. То он себе пиво, мне сосиску, блин, да, ну, да, с папой всегда веселее мороженое. Было, мороженое, да, а с мамой то и да, маме некогда, она как забежит в торговый центр, вот этот Кармарштадт, я уже не помню, как он назывался, ну, что-то там с Кармарсом связано, зайдет там такой здоровенный торговый, в то время, это был 83-й год, так, там такая была, Европа, что мама не горюй, у нас до сих пор еще, наверное, ну вот сейчас уже есть такие торговые, а то вот там было, вот представляете, заходите, не как у нас пустые полки, на которых стоит три кильки, да, что там, и риски, да, блин, а там годы, магазины, центры торговые были, все там блестело, все вкусное, все красиво, вот. Ну вот я всегда ходил с папой, поэтому я знаю, что Макс хочет ко мне, потому что со мной лучше веселье, мы поборемся и поиграем по что-то, и поболтать со мной можно, я не бабушка. Так, все, мои дорогие, значит, Саня на море, я в спортгородок, потом я вам море сниму поближе, сейчас вот так вот издалека вот, а кстати, елки растут, блин, потихоньку. Ну, смотри, какие уже стали. Я помню, еще года 3 назад их когда посадили, они такие, ну, маленькие были, такие елочки. А сейчас прямо уже вот раскустились такие. Кто-то спилил. Не знаю, может там... Наверное, сломали. Нет, сломало. Кто-то сломал. А вот красиво, да? Такие длинные иголки, блин, капец. Да. Не, классная, какая-то породистая, да? Прям тут, посмотрите, ребят, чтобы вы понимали. Вот такие вот. Вы видите, рука и вот такие вот шапки. У нас. Не, такая. И пахнет, блин. Вот классно тут будет. Красота. Все, встретимся на море. Все, позанимался.
улыбка Будды. Иду довольный, как кот мартовский. Девочки, еще это, хотел сказать, я там снял вам, конечно. Я сделал себе вот этот тыквенный суп. Я им суп-пюре такой довольный, ну не знаю. Третий день я вот сегодня буду обедать, им уже, ну, заканчивается он на три раза у меня хватило. Получилось. Такой вкусный, блин, короче, тыква, морковка и лук небольшой. Варится, и туда же я кинул две жмени чечевицы, прям вот так, оранжевая вот эта чечевица. Все это разварилось, а отдельно я отварил картошку и зажарку сделал лук и морковка кубиками на масле сливочном. Потом я чуть-чуть воды слил, чтобы оно осталось гуще там, где я варил. По блендерам все измельчил в жижу. Потом налил туда обратно ту воду, закинул картошку и вот эту зажарку. Добавил специи, еще буквально закипятил, потому что картошка уже была отварена, готова. И получился такой вкусный, я не знаю, со сметаной. Девочки, это что-то с чем-то. Это реально вкусно и вот, знаете, полезно, полезно. Зажарку я вот буквально, знаете, вот 5 секунд обжарил, все, не надо там ее нажаривать, немножко потомилась на масле сливочном, оно потом придает вкус и красоту. Девочки, море, море зовет, красота. Сейчас пойдем искать Саню, он где-то снимает видосы. Тоже сниму вам потом отдельным видео 5 минут моря без моей болтовни. Просто релакс, тишина, умиротворение, красиво. Классно, классно. Вот знаете, кто-то там что-то там медитирует, а ты приходишь вот так на море, да, и получаешь такой заряд энергии. Ну, везде по-разному. Я вот сейчас шел мимо этих сосен, видели, которые с Саней мы там трогали. И вот, а мне вспомнился тот лесок, вот, в который мы ездили. Блин, ну вот везде свой прикол, понимаете? В лесу свой воздух, на море свой. Тут какой-то такой солоноватый такой воздух. А там вот хвоей пахнет, он какой-то больше какой-то кислородный. Тут, знаете, какой-то влажный, потому что, ну, море. Там свой, прикольно. Короче, а в пустыне свой, теплый, сухой, обжигающий внутренности. Вот люди сидят, пьют кофе, а у нас кофе с собой, и у нас кофе вкуснее, потому что делал я его сам, своими ручками. А вот и Саня с чайками. Он там что-то себя снимает, что-то рассказывает. Тут ветер, а он как раз и хотел, он говорит, мне надо, чтобы ветер был, чтобы именно шум волн и ветер для съемок. Машет мне, не подходи, ну и не подойду, потом не умоляй меня. Занят на съемках. А я, идемте вам покажу. Тоже как. О, смотрите, солнышко выходит, прикольно. Вон такой лазурный кусочек. Прямо слово лазурное, понимаете? Понимаете, насколько я вот такой эстет в морских названиях? И мужики, вы сами знаете, если кто не знает, спросите своего мужа. Мужики знают 7 цветов. И все, обычно. Ну, там еще пару дополнительных. А вот это какие-то пудровые, кремовые, лазурные. Это для нас это уже что-то с чем-то. Это говорит о художественной натуре человека, который знает больше цветов. Пудровый, как пудра, да? Кремовый, как крем. Все легко на самом деле. Смотрите, чайки в грязи купаются. Тут какое-то намыло. Ю-ху! Грязные воды. А там дальше красиво. Они вот тут, вот видите, волна выкидывает вот эти водоросли.
И они что-то ищут, выбирают там вкусняшки. Давайте мы что-то найдем. Что тут можно найти? Пластик, резина. Давайте, золотую монету. Дайте мне золотую монету. Ладно, я согласен на серебряную монету. Пластик, очки выплыли чьи-то. Платочек. Вот все, что кинули в море, море выкидывает его обратно. Не хочет оно с этим жить, с мусором. Вот представьте, да, ну свинюки. О, вот, смотрите. Вот. Вот это вот интересно. Это ракушка рапана. Рапаны у нас водятся. Вот раковина. Надо помыть, Максу отнести. И потом в аквариум кину. Вот, вот не зря уже пришел, уже нашел раковину. Видите, какой молодец. Это настоящая раковина. Прям с моря. У нас такие водятся. Ну, они водятся не тут, на глубине. Поэтому так, что оно выкинуло, это редкость. Это о чем говорит? Что мне повезло. Так где ее теперь помыть? Ладно, сейчас найдем где-то, чтобы меня... А, вон какой-то. Вот сюда, представляете, аж сюда вода доходила. Получается, когда... Вот. И сюда стекала. Главное не утонуть. Ай. А холодная, блин, вода. Все, я ее помыл. Дома я ее почищу и прокипячу. У меня есть специальная кастрюля, в которой я кипячу камни, кораллы, когда аквариум чищу. Такая вот раковинка будет у нас теперь в аквариуме. Красиво? Вот и солнышко. Ну что, мои дорогие, будем потихонечку прощаться. Я потому что еще поснимаю, поставлю камеру, чтобы было видео для релаксации. Солнце, море, воздух, ветер, все такое. Все, пишите комментарии, в какое время вам больше подходит смотреть видео. А я сделаю так, как вам удобно. Не как YouTube удобно, не как мне, а так, как вам, мои любимые подписчики. Я люблю, целую. Всем пока-пока. Ищите нас на YouTube под хэштегом Жирукопец. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.